Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы сыграем в МКХЛ за настоящую имбу ближнего боя. И это Джеки Брикс в стиле дробовики. В этом стиле у нее, конечно же, не будет зонинга, но зато у нее есть антизонинг, она может поглощать зонинг, отбивать зонинг. У нее есть сейфовые комбо, у нее есть миксапы, ее выстрел дробовиком в упор, да, прямой, не наказывается. Ее комбо очень легкие и нереально дамажистые. Есть землетрясение, есть отмена землетрясения, чего только у нее нет. Это очень мощный персонаж. Поехали. Броня. Броня. Теперь низ-низ, хоп, продолжаем. Стагер. Делаем захват, так. Угадай. Угадай, стагер. Хорошо, так. И я уже сколько снес ему КП? Не угадал. Не угадал. То есть попробуй угадай. Угадай-ка, понимаете? Если он захочет меня зонить, у него не получится. Пусть попробует. Пусть попробует. Нет. Нет. Так у него ничего не получится. Так, теперь. Попробуй в угол теперь. Теперь давайте попробуем сделать обманку. Опа, обманка. А теперь не обманка. Оп. Раз, не обманка. Ой-ой-ой, X-Ray. Так. Вы видите? Вы видите, насколько она проста и сильна? Угадай. Ага, окей, сейчас. В угол, иди в угол. Один-один, один-один. Низ, низ. Оп, раз. Сейчас стагерский будет. Оп. Не угадал. Не угадал. Все. И делаем... давайте сделаем Faction Kill. Мы давно не делали их. Стремительно. Стремительный бой с угадайкой, которую как бы... И если ты ее угадаешь, то ты ее не накажешь. Если, правда, если она выстрелит в ноги, вот это наказать можно. А прямой выстрел не накажешь. Я проверял в тренировке. Итак... Можно вызвать на реванш. Давайте, реванш. Это мощь. Такая мощь. Давно нужно было за нее поиграть. Поехали. Удар с воздуха. Типа. И переходящий в эту. 1-1. Ага. Так, 1-1. Слишком замудрил. Нет. Броня. Броня, давайте броню сделаем. Раз-раз. Стагер, нет? Опа! Опять стагер. Не угадал, стагер получил. Броня. Но она им не была нужна здесь. Оп-оп. Жалко, что он улетает. Тихо. Верхний удар. Смотрите. Верхний удар. А что ж ты будешь делать? Можно броню, в принципе. А, тут, вот тут не надо было этого делать. На самом деле. Потому что этот удар... Меняется местами с противником. Если он будет в углу, ему оттуда вообще не выйти. Но... еще, кстати, иксовый выстрел по ногам оставляет на ногах. Нет. Ага. Иди сюда. Оп. Низы. Стагер. Оп. Низ. Оверхед. Низ. Оверхед. Низ. И это тоже не наказывается. 1-2, 1-2. Оп. 1-2, 1-2. Теперь угадывай. Оп. Ой-ой-ой. Опять X-Ray. Да, но это он как бы может контратаковать. Хорош. Броня. Это была броня. Хотя он по ней не попал, что самое интересное. Опа, не угадал. Подкат, нет? А, это, наверное, нельзя отбить. О, вот и подкат, который я не смог отразить. Оп. Зря. Наказание. Нет. Выстрел. И теперь можно сделать другой какой-нибудь фэкшн-килл.
Это что у нас? А, это вихрь темный. Я думаю, вы поняли, что... Что может Джеки Брикс в ближнем бою? Да уж, друзья, с этими механическими руками Джеки Брикс достаточно просто бить. И сейчас мы сразимся со Скорпионом. Скорпион будет драться в стиле нинджутсу. Значит, тоже будет ближний бой без всякого зонинга. Скорпион. А, Куан Чи, нужна твоя душа. Извини, она мне тоже нужна. Так, броня. А, ну она не нужна была тут. Ладно. О, 1-2. 1-2, 1-2. Нижний выстрел. Опа, угадаечка. Хорош, наказание полнейшее. Оп, раз, не угадал. Раз, раз, не угадал. Все, первый раунд закончен. Замечательно. Мощь. А, подловил, красава. Так, так, не наказывает. Оп, не угадал. Не угадал. Так, 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 ага. Не угадал. Ой, а что-то я это... Оп. Не наказывает это, не наказывается. Неправда, даже не думай. Оп, оп, не угадал. И опять не угадал. Вниз, вперед, вниз, 4. Так делается стейдж фаталити. Ну нереально крутой персонаж. Я же говорил, это супер. Смотрите-ка, как интересно. Сегодня мы сразимся... С Такедой. То есть, в прошлом выпуске, я помню, мы играли за него, а теперь сразимся с ним. Посмотрим, каково это играть против Такеды. Конечно же, Такеда не даст мне близко подойти, но если я все-таки подойду, это будет жестко. Давайте с брони начнем. Броня! Ой-ой-ой-ой. Стагер. Раз. Не угадал. Иди сюда. Стагер, захват стагер. Ой-ой-ой. И я хотел... Тихо. Все-таки небольшое расстояние, но есть. Я хотел чистую победу сделать. Да не злись, Такеда, давай. Постарайся, ну. Нет, это так это не делается. Оп. Не наказал. Ну как, наказал, но как-то... Ага, это так не делается. Броню делаем. Сейчас будет X-Ray, может быть. 1-2, 1-2. Хоп, хоп. Тихо. Подловил. Подловил, подловил. Оп, обманочка. Вот это нет, вот это нет. Так, так, хоп. Не наказание. Хоп. Не угадал. Нет, угадал, смотри-ка. А я перепрыгнул как-то через него. О, ребята, это все. Бам. Вообще не наказать никак. Вперед, вниз, назад, 4. Вообще никак ее не наказать. Она просто лупит и все. Понимаете? Она просто подходит, лупит и уходит. Все. Я просто в шоке, насколько это просто и насколько это мощно. И будет реванш. И кто же будет сейчас? А сейчас будет Шиннок. Хорошо, посмотрим, как он за Шиннока играет. Шиннок в самом зонящем его стиле. Он постарается не дать мне подойти. Но если у него это не получится, это будет очень больно. Поехали. Ой-ой-ой. Пам-пам-пам-пам-пам. Еще одна броня. Еще один стагер. Ой-ой-ой. Не угадал. Вниз-вниз. Оп, не наказал. Получил захват. Чистая победа. До свидания просто. Вот, вот такой персонаж. Бочечку получил. Оп-оп-оп-оп. Ну, там, тут можно было что-то придумать более такое. Тихо. Эту комбу можно продолжить, кстати. Оп.
Не угадал? Тихо. А, ну пошел Зонин, конечно. О, так, интересно. Вот что-то у нее с прыжками не очень. Так, не угадал. Не угадал и умер. Все, это смерть. Назад, вперед, два. Она может просто голыми руками вырывать. Все вообще. Настолько сильные руки. Она просто взяла и ему спину оторвала. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и чтобы не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока!